Так, ладно, от этой меня ничего не происходит. Смысла от нее нету. Надо что-то, может быть, что-то из этого, где там ловкость, сила. Ну, чуть-чуть хотя бы увеличил, уже хорошо. Хотя, ну да. Так, он все равно сейчас плеваться будет, да? Конечно. И убей меня еще. Обязательно. И еще давай запутайся тут в какой-то камушке. Просто все по плану. Локация же такая маленькая, что этого босса надо как семечки расщелкать. А, что, не нравится, как по хвостику тебя бьют, да? Так, допустим. Бежим обратно. Так, ну он там пока поугарает. Я сюда бегу. Так, что, не будешь пыхтеть? Ага, хорошо. Допустим. Все равно, если убьет, то убьет. Какая разница? Подумаешь, на 20 дамага больше буду бить, чем обычно. Да. Ага. Ваша просьба принята, да. Обращайтесь. Я от вас по пещере побегаю, ничего, вы не обидитесь. Не будьте так строги ко мне. Так, что-то происходит. Уходим нафиг. Самая любая лучшая тактика с драконом. Отбежал, ударил. Отбежал, ударил. Все. И никаких проблем. 480 тысяч. И два кузнечных камня драконьих. Где-то вот здесь, рядом с благодарным склоном. А, ну вы к ней не попадете. Сначала от нее подножие зубастой горы вы здесь пройдете, не ошибетесь. По воздушным потокам здесь будет большая пещера. Пробегайте туда наверх, там открываете себе благодать, и все, спускайтесь и валите. Зачем благодать было открывать, я только не понимаю. Все равно есть клинки. Клины или какая-нибудь там.